74 сантиметра снега за трое суток. Такой снежной зимы давно не было в центральном регионе. Ликвидировать последствия непогоды на улице Одинцовского округа вышли больше 1500 человек. Увеличили и число коммунальной техники. В первую очередь очищали от снега выходы из подъездов, тротуары вдоль жилых домов, подходы к остановкам общественного транспорта. С 12 по 17 февраля 15 тысяч кубов вывезли снега из дворовых территорий, хотя, чтобы жители понимали, в сравнении за весь декабрь и январь мы вывезли 23. То есть это примерно за 3 дня двухмесячная норма осадков, которая выпала и которая вывозится. Мы с этим снегом работаем ежедневно. В сутки по нормативу необходимо очистить от снега не менее 10% территории. Дорожные и коммунальные службы могли бы и больше, но мешает припаркованный транспорт. В Московской области стартовала акция «Дружные соседи. Чистый двор». В ее рамках жители многоквартирного дома могут сообща обратиться в администрацию и назначить удобное время уборки. Перед приездом техники необходимо будет убрать автомобили. Еще один вопрос повестки еженедельного совещания – итоги ремонта медицинских учреждений. В прошлом году на эти цели было потрачено более 1,5 миллиардов рублей. В порядок привели 7 объектов здравоохранения. В планах на этот год ремонт Голицынской и Одинцовской подстанций скорой помощи. Составлены локально-сметные расчеты, дефектовки, вот это текущее состояние, все мы знаем этот объект, вот, действительно требует ремонта. И мы принимаем все необходимые меры, что, в общем-то, программа была исполнена, и, в общем-то, то, что запланировано Минздравом и стоит в программе, было выполнено в этом году. В чуть более отдаленной перспективе строительство амбулатории в Ромашково. Кроме того, идут поиски помещений для Акуловской амбулатории в Кубинке-10. Сейчас она находится в здании, которое принадлежит Министерству обороны. А значит, его ремонт будет являться нецелевым расходованием бюджетных средств. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».